Здравствуйте. Государственный следователь безопасности дорожного движения, старший лейтенант Пронькин. Проводятся профилактические мероприятия по массовой проверке водителей. На предмет неуплаты административных штрафов в срок, предусмотрен законом. Будьте добры, водительское удостоверение в связи с регистрацией страховой полис ОСАГО. В борьбе с должниками судебные приставы объединяют свои усилия с сотрудниками ГИБДД. В среду утром в Иванове прошел масштабный рейд по выявлению среди автовладельцев должников, не оплативших вовремя штрафы за нарушение правил дорожного движения. В этом году инспекторами составлено почти 65 тысяч административных материалов на сумму свыше 65 миллионов рублей. Взыскаемость, то есть оплата граждан штрафов, наложенных на них, составляет чуть больше половины. К сожалению, не очень часто оплачивают штрафы не с большой охотой. При этом почти 700 материалов было составлено на водителей, которые не уплатили своевременно штрафы и попали под действие статьи 20.25 КОАП РФ, на которой предусматривает либо административный арест, либо удвоение штрафа или обязательная работа. Сотрудники службы судебных приставов проверяют наличие не только неоплаченных штрафов ГИБДД, но и задолженности по коммунальным платежам, кредитам, алиментам, налогам. В случае, если у водителя имеется задолженность, ему предлагается на месте ее оплатить. Если же в добровольном порядке человек не хочет решить свои долговые проблемы, у него может быть наложен арест на имущество в зависимости от суммы задолженности. Если это небольшая сумма, то арест может быть наложен, к примеру, на магнитолу, на навигатор, ну, на какой-то небольшой предмет. Если же сумма крупная, к примеру, алиментная задолженность, которая достигает у нас 200 тысяч рублей, арест может быть наложен на автотранспортное средство. За три часа работы сотрудники ГИБДД выявили 4 автолюбителей, вовремя не оплативших штрафы на сумму 4,5 тысячи рублей. Не обошлось и без ареста имущества. За неуплату налогов был наложен арест на запасное колесо у владельца джипа. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.